Здравствуйте! Сегодня рассмотрим телескопическую вытяжку польского бренда C-Arca, европейская сборка, модель SLS-250 белая, то бишь white. Ширина вытяжки 50 см, в глубину стеночки вытяжка пойдет на 31 см, монтажная ширина 46 см. В высоту верх ящика вытяжка уйдет на 13 сантиметров. И в глубину к стенке вытяжка уйдет на 27 сантиметров. Вытяжка телескопическая, как мы видим. Свет защищен плафоном. Лампа там потом покажем. Обратите внимание. Жироулавливающие фильтры с замками хорошие. Голубую пленку мы демонтируем после монтажа вытяжки. Фирма Adeka, указана Германия, производитель жироулавливателей. Можем послушать, как вытяжка работает. Мы видим, справа есть управление, клавиши колыбели, кнопка включения света и сверху кнопка переключения скоростей. Послушаем ее на первой скорости. Вытяжка работает тихо. Вторая скорость. Тянет она, чувствуется хорошо. Производительность 650 метров кубических в час. Как мы видим, она двухмоторная. Это уже следует из названия SLS-2. Также есть возможность установить на данную вытяжку угольный фильтр. Он будет один и сразу закрывает два мотора. В комплект он не входит, приобретается отдельно. Далее мы видим лампу с патроном Е14. Лампочка 28 Вт мощностью. Можно легко заменить на светодиодную. Защищено все от жира. Очень хорошо. Изоляция проводов отличная. Что касается монтажа. По монтажу вытяжка монтируется. Есть 4 монтажных отверстия через внутрь вытяжки. Мы прикручиваем саморезами вытяжку к верхнему ящику. Либо же для дополнительной жесткой фиксации есть по краям отверстия монтажные, либо есть третий вариант, стандартные навесные предусмотрены. В общем и целом, вытяжка польской сборки, завод C-Arca, сделана в Европе. Двухскоростная, 650 метров кубических в час производительностью и с неплохим освещением. Пользуйтесь вытяжками бренда C-Arca.